Друзья, всем привет! Иногда бывают такие ситуации, вы выезжаете на заказ и... Слушай, мы же забыли грузики для букетов. Ничего страшного, не переживай, у нас есть 5-дюймовые шарики и бутылка с водой. Я тебе сейчас покажу, как выйти с этой ситуации. Смотрим. Можно сделать так. Взять пустой шарик, взять бутылочку с водой. Натягиваем шарик на бутылку. И, создавая давление, наполнить водой шарик. Если вам понравилось это видео и оно было для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока. Да, кстати, пишите в комментариях, как вы выходили из такой ситуации. Я думаю, будет многим интересно.